Переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-С» – гордость российских конструкторов. Обновленную модель представили на международном аэрокосмическом салоне в Индии. Разработчики увеличили количество ракет в одном комплексе до 4. Комплект специального оборудования, объединяющий боезаряды под управлением одного стрелка, назвали «Стрелец». Модернизированный вариант ПЗРК, установленный на гусеничную технику, представили публике впервые. Главное достоинство новой иглы – неконтактный датчик, благодаря которому снаряд взрывается, даже пролетая мимо цели. По словам конструкторов, зенитно-ракетный комплекс может быть использован как против традиционных воздушных целей – самолетов и вертолетов, так и против крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Это комплекс, который в основном используется для стрельбы с плеча. Но дальнейшим развитием использования такого комплекса является его использование на различных носителях. Он позволяет обеспечить дистанционный автоматизированный пуск ракет с различных носителей воздушного, морского и наземного базирования. Российские разработчики рассчитывают на заказы со стороны индийской армии. На ее вооружении уже много лет находятся устаревшие комплексы, оснащенные иглами. Эти ракеты подлежат списанию, но гусеничная техника вполне может быть оснащена новым, более эффективным оружием.